Это история о Лаке, юном беззаботном лисе, живущем в лесу. А еще он мой младший брат. В детстве мы больше всего на свете хотели стать хранителями. Героями, которые путешествуют в поисках приключений. Возвращаясь домой из странствий, я и не подозревала, что Лаки ждет собственное приключение. Лира! После долгих и упорных поисков я наконец нашла ее. Книгу веков. Эта книга могла открывать проходы в странные миры. С ее помощью можно было переписать историю. Но не только я искала ее. Страшный котовыводок. Жуткая семейка мохнатых преступников с папашей Джинксом во главе. Отдай книгу, хранительница, или я отниму ее. Котовыводок наступал, и я готовилась к бою. Однако у книги веков были совсем другие планы. Не мешкая ни секунды, братишка пожертвовал собой ради меня. Лаки и Котовыводок перенеслись в миры, сокрытые внутри книги. Будущее нашего мира оказалось в опасности. Лаки, если ты слышишь меня, на тебя вся надежда. Давай!
Дым-дымные пауки. Трау. Вибо-бани-вау. Мяу. Кибл-баки-чау. Дым-дымные пауки. Yeah!
Oh!